Готово. Как вы увидели, в качестве материала для тел я использовал даббинг с таким добавлением люрекса, который придает дополнительный блеск этой мушке.
этой нимфе. Хакл можно делать в двух вариантах. Вот как здесь я сделал из пера петуха. Можно также делать из пера цесарки. Вот здесь вот выполнен из пера цесарки. Тоже достаточно интересный материал. На этом я свой фильм заканчиваю. Если он был вам полезен и интересен, ставьте лайки, пишите комментарии по поводу данного фильма. Подписывайтесь на мой канал и до следующих встреч. Всем пока, увидимся.